хоче тримати красиву усмішку і здорові зуби. То дівчинці доглядати за зубами правильно. Що потрібно робити, щоб ваші зубки були здоровими і красивими? Нашим журналістам розповіла лікар-стоматолог Наталія Удовиченко. Далі про секрети найкрасивішої посмішки. Дізнатись секрети голівудської усмішки я прийшла до одного із найкращих стоматологів у Харкові і доброго друга нашої програми Наталії Удовиченко. Ну что, как мои зубы? Замечательные зубы. Чувствуется, что ты их очень любишь, потому что они у тебя очень ухоженные. Сколько раз ты чистишь зубы в день? 2. Значит, ты делаешь правильно, потому что зубы действительно нужно чистить 2 раза в день. А утром как ты чистишь зубы? После еды. Тоже правильно, потому что сначала нужно покушать, а потом почистить зубы, чтобы они целый день были без остатков пищи. И тогда твоя улыбка всегда будет белоснежной. А вечером нужно зубы чистить обязательно на ночь, чтобы там не оставались остатки пищи, и чтобы микробы могли спокойно тоже спать, а не думать, что у них дискотека, потому что у них очень много питательных продуктов. А что нужно делать, чтобы зубы были хорошие? Для того, чтобы зубы были хорошие, нужно обязательно заниматься спортом, потому что у каждого человека, который ведет здоровый образ жизни, все ткани и органы всегда стремятся стать здоровыми. То есть как ты думаешь, так и они думают. И поэтому для того, чтобы сделать зубы здоровыми, нужно хорошо питаться, заниматься спортом, бегать утром на зарядку, обливаться холодной водой и вообще очень-очень любить жизнь. Потому что у человека, у которого классные эмоции, который верит в свое хорошее будущее, у него обязательно все будет хорошо получаться, и у него будет всегда очень красивая, здоровая улыбка. А вот имеет значение, какой щеткой чистишь зубы? Конечно, большую роль играет и щетка, и паста, но для этого необходимо подбирать индивидуально, потому что у каждого ребенка разная ткань эмали, разные может быть воспалительные процессы в десне. И поэтому каждому ребенку нужно подойти к своему врачу-стоматологу. И чтобы родители поговорили конкретно о каждом состоянии полости рта и дали возможность выбрать ту щетку и ту пасту, которая действительно в данной ситуации может быть эффективной. А какая щетка мне подходит? Тебе подойдет щетка средней жесткости, потому что у тебя очень плотная эмаль, и десна у тебя не кровоточит. Поэтому, чтобы ты не перетирала сильнее эмаль, как нужно, и чтобы ты не травмировала десна, тебе подойдет щетка средней жесткости. Очень хорошо, если она будет с такими вот резиночками-вставками, потому что эта щетка делает еще и массаж. И поэтому ты будешь не только чистить зубы, но ты будешь еще и массажировать десна. А за счет этого будет у тебя всегда белоснежная улыбка, потому что они не будут кровоточить. А как долго нужно чистить зубы? Зубы нужно чистить не столько долго, сколько нужно чистить их просто правильно. Нужно почистить все-все поверхности. И работать щеткой нужно так, как работать веничком. То есть нужно сначала вымести все хорошо от десенки к краешку зуба по каждой поверхности. И так почистить все поверхности снаружи. Потом открыть ротик и точно так же, как веничком, вычистить все поверхности изнутри. Потом пополоскать рот и обязательно почистить уже другими движениями все жевательные поверхности. Когда ты почувствуешь, что каждую поверхность, каждый зуб, который ты очень любишь, почистила, то он будет здоровым, и тогда он не будет болеть. А сколько у тебя уйдет на это времени? Ну, как правило, у многих уходит от 5 до 10 минут, в зависимости от того, насколько интенсивно они утром рано просыпаются и насколько быстро они спешат в школу. В наступній програмі ми продовжимо розмову з лікарем-стоматологом. Ви дізнаєтесь, чи корисні жуки і чим, крім зубної пасти, можна чистити зуби. Сладко жить! Специально для программы «Тип-топ новости».